Всем привет, друзья! С вами Локи, мы продолжаем WWE 2K17. И сегодня наш первый бой будет против человека, который никогда не сдается. Это Джон Сина. У нас небольшие проблемы с рукой, которые мы получили в прошлых боях. Травма дала о себе знать, и нам наложили специальную повязку. А значит, что работать сегодня нам придется усиленней, так как травма может подвести в любой момент. Демон уже на ринге, и мы ждем не сдающегося Джона Сину. Спасибо, друзья, за ваши лайки, за ваши комментарии. Если вы ждете новую серию, то обязательно ставьте палец вверх. И, друзья, также хотел сказать, у нас пока что идет налаживание отношений среди рестлеров. И с Финном Беллором мы смогли уже выстроить, так скажем, нейтральные отношения. Теперь осталось дело за малым — улучшить их. Отлично, сразу же встречаем Джона Сину. Будем больше работать ногами. Джон Сина, посмотрите-ка, сваливает. И получает вот такой вот шлепочек. Попробуем грязное удержание. Также пробую я с Бароном Корбином улучшить отношения. Посмотрим, получится ли. Но пока получается вот так вот неплохо Джону Сину пропечатать в лицо. Но Барон Корбин, он хил. А мы все-таки фейсы, так что тут нужно будет еще смотреть. Но пока с Джоном Синой разбираемся. Вот так вот, хорошо, башмачком. Let's go, Сина, Сина, Сакс, кричат трибуны. И что, болевой пошел? Слишком резво как-то, Джонни. Джон, ты слишком резко пошел на удержание. Рановато. И больную руку, посмотрите, он сразу работает по больной руке. За это надо его как следует сейчас наказать. На. И промахиваемся. Ух, какой реверс от Джона Сины. Но мы тоже непростые ребята. И сейчас нужно будет показать, кто здесь настоящий король ринга. Вот так вот, хорошо. Ну что, Джон, вставай, вставай, мы здесь. Мы готовы уничтожать. Промазали. На. И вот так вот за пределы ринга выкидываем Джона Сину. Так, у нас есть уже сигнатура. Раз. Два. Три. И четыре. Вот так вот. Ну что, Джон, давай, вставай. Вот так вот. И финишер в лицо. Джон Сина прилег немножко отдохнуть. И реверс от Сины. 6. Отсчет идет. Хорошо, среверсировали. Так, давайте-ка на ринг. Вот так вот! Вылетели молотом в лицо Джону Сине. Но он снова реверсирует. Он снова реверсирует. Этот парень не сдается. А как тебе такое? Да, заводим толпу.
Попробуем еще разок на канаты. О, да. И с локтя ломаем просто поясничку Джона Сини. Я думаю, можно еще немножко промассажировать его. Но нет. Здорово, Сина реверсирует. А вот мы не всегда успеваем сделать реверс, но вот сейчас. Отлично. Ой-ой-ой. И реверс. Здорово. Надо отпускать и залезать на ринг. Сина. Сина лезет на ринг. И вылетает обратно. Привет, Джон. Нормально. Нормально. Вырубили его. Надо закидывать на ринг уже. Пора. За это мы получаем. Так, хорошо. Шел вон. Сина реверсирует. Ой-ой-ой, и что, будет удержание? Нет, надо сваливать отсюда. Ты меня не видишь? Ну, это мы, конечно, не зареверсировали. И получаем в лицо. Есть реверс. Вот так вот. Попробуем удержание. Раз. Два. Нет. Немножко настучим по макушке. Но Джон Сина реверсирует. И снова реверс. Ну что, дружище, пауэр-бомбочка тебе. И удержание. Раз. Два. Нет. Джон не сдается. Ну тогда. Вот так вот. На end of days. Раз. Два. Три. Победа. Джон Сина пал. Ну, нелегко было. Повезло, что мы смогли среверсировать. Вовремя его финишер. И движемся дальше, друзья. У нас, ребят, пейбэк. Сегодня ночью ты встретишься лицом к лицу с лучшим из вселенной WWE, Джон Сина. Ты должен сегодня победить его. И вот как раз Джон Сина выходит, протягивает нам руку. Это будет, ребят, честный бой. Джон Сина не из грязных парней. Но после боя с Джоном Синой на Payback нас ждет еще один маленький сюрприз, о котором вы узнаете чуть-чуть попозже. Payback, расплата. И посмотрим, получится ли у Джона Сина расплатиться с нами за проигрыш на понедельничном Ро. Появляемся мы на ринге. У нас по-прежнему небольшая травма руки. Но я надеюсь, это не помешает нам побить Джона Сину. Он, конечно, будет сейчас невероятно заряженным, так как это месячный pay-per-view, и здесь проигрывать он бы не хотел. Но посмотрим, ребят, посмотрим, как будут складываться события. И вот Джон Сина показывает, что он никогда не сдается. Да мы, собственно, тоже сдаваться не собираемся. Демон заряжен, демон готов. И, друзья, понеслась. Ух, какой реверс сразу от Джона. Мы тоже умеем реверсировать. Вот так вот, здорово. Так, ну мы давайте сразу расчистим стол. Так, тейбл матч.
Ага, здесь можно укладывать на стол. А, вон у нас еще столы стоят здесь. Я, если честно, немножечко пропустил. Джон решил сразу вот так вот стол разложить, да? Лады, я тоже так могу. Да дай ты мне стол разложить, дружище. Давайте сделаем вот так. Выкинем его просто сначала за пределы ринга. Вот так вот. Теперь возьмем наш стол. Где-нибудь вот тут его разложим. Но он опять уже залетел, да сколько можно. Джон, ты какой-то действительно не сдающийся. Так, отлично. А. Так, я вовремя свалил. Теперь надо сюда. Нет, ты меня не видишь, или я тебя не вижу, ладно. И проламывает. Проламывает нами кусочек стола. Так, хорошо, мы вовремя среверсировали. Но это, конечно, было не очень эпично. Вот это вот... какой-то маленький кусочек. Так, я бы хотел... Ага, стол нам уже не расчистить. Лады. Ну, давай. Давай, Джонни. Вот так вот, хорошо. Разбиваем потихоньку Джону Сине голову. Вот так, здорово. Да, и заводим трибуны. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, мощно получаем по лицу. И еще разочек. Вот так вот. Хорошо. Снова. Джон получает по лицу. Ну а мы идем за вторым столом. Так. Отличненько. Так, здорово. Сейчас надо Джона выкинуть. Джон нам здесь немножко мешает. Вот так вот. Так, берем стол. Так, закрепили. Давай, Джон, иди сюда. Тебя все ждут. Ой-ой-ой. Ты думаешь, я так не умею, да? Так, и как? И как нам тебя впечатать в стол? А, ну, возможно, нашим... большим башмаком. Нет, тоже не так. Ладненько, может быть, у нас просто нет приема, чтобы так проламывать стол. Вот этот кусок стола очень меня раздражает, если честно. Ну ладно. Туда пошли. Так. У нас есть сигнатура, которую мы используем против Джона. Вот так вот.
Так, давай, Джон, вставай, вставай, Джон, не время лежать. Ой-ой-ой. Отлично. Да хватит, ну слышишь, ты получил коленом в пузо. Еще раз. Отлично. Поехали. Поехали, Джон. Сейчас тебе будет удобно. Я обещаю. Залезаем на третий канат. И полетели локотком. И победа, ребят. Это победа. Не один стол проломали, так другой. Не получилось у тебя, Джон, да? Не повезло. Ну и, ребят, как я обещал, сейчас будет небольшой сюрприз под занавес этой серии. Ну а сюрприз, друзья, заключается в матче Сет Роллинс против Брока Леснера, где Брок Леснер защитил свой титул, но сейчас мы сделаем ему небольшой подарок. Любитель суплексов, привет! Сейчас мы покажем, кто здесь настоящий чемпион. Да, Брок. Ты немножко ошибся адресом. Вот так вот. Ну что, и мы готовы на финишер. Давай, Брок. Давай, мы покажем, кто здесь настоящий чемпион WWE. Надгробная плита. Бабах. Не ожидал он этого выхода. Он не ожидал демона увидеть на этом ринге. И мы показываем ему, что Брок все ждет тебя впереди. Друзья, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Всем огромнейшее спасибо за просмотр и пока-пока.